150-я серия, Мурманск-Магадан, участок движения в сторону Читы. В этой серии будет пройдено 46 километров. Движение по федеральной трассе. Я сейчас вам расскажу одну историю, которая со мной случилась давно на в этом регионе, скажем так. Мне предстоял перегон из Иркутска в Читу автомобиль. Здравствуйте, у вас в Читу прилетел полдень. Матрас надувной есть? Пока получил автомобиль, выдвинулся. Одним словом, приехал в Улан-Удэ в полночь. Ну, темно уже было, не знаю, сколько было часов. Надувные матрасы есть темно, у вас? Темно, может, 9, может, 10, какие может, 11. Размеры? Сколько нас? Разница в часовых поясах, она здорово сказывается на психике. Ну, приехал в Улан-Удэ, решил остановиться на привал, на ночевку. Темно ехать. Нашел место недалеко от Лукойловской заправки. И лег спать. Не знаю, сколько времени ворочался. Хорошо, спасибо. Не могу уснуть. Спасибо, подъеду. Вот, ну, что делать? Решил выдвинуться. Рядом была Лукойловская заправка. Залил полный бак бензина. Хотя обычно никогда полный бак не заливал. Боялся контрафакта. 1:23. Знал расположение заправок, поэтому позволял себе ехать, не заливая полный бак бензина. Танки дымят. Залил полный бак бензина, не знаю, на автомате или в каком состоянии. Еще сам удивился, думаю, странно, зачем залил полный бак. Ну ладно. Взял навигатор, проложил маршрут Улан-Удэ-Чита. Он мне предложил два варианта. Первый вариант по федеральной трассе, по которой сейчас двигаюсь. И второй вариант экологический. Ну, другими словами, по дорогам местного значения. Температура на улице была -14. Вполне приемлемая, нормальная температура. Вот чистое ясное небо, выдвинулся. Покинул пригород Улан-Удэ, и дорога пошла. По навигатору было видно, что двигаюсь вдоль Байкала. Видеорегистратора тогда не было у меня. Нужен мне надувной матрас. Навигатор показывал расстояние спать по экологическому маршруту примерно километров на 200 короче, периоды, чем по федеральной трассе. Ночью просыпаешься от боли. Двигаюсь час, болит. Два, три, ну, темнота. И вдруг до меня начинает доходить, что уже несколько часов в движении. Последний населенный пункт. Ну, населенный пункт – это условное название. 2-3 домика, занесенные снегом. Я проехал примерно, ну, часа полтора-два назад. В этот момент часто обратил внимание, что температура за бортом стала резко падать. В течение нескольких минут упала с -14 до -17. Ну, взял фотоаппарат, сфотографировал панель приборов, продолжаю движение. И в этот момент начинаю замечать, как резко начинает падать температура. За 20 минут, это видно на фотографиях по времени, температура упала до -39. Это то, что я успел тогда сфотографировать. Температура двигателя
с 90 градусов упала до 60. Это меня напрягло. Да, но танки, что меня стало еще больше пугать, это военные. Запас топлива. Оставалось меньше трети бака, но ни заправок, ничего впереди на навигаторе не было отмечено. Это меня здорово напрягло. Ну, продолжая движение, выключил в целях экономии и отопления салона. То есть все, что можно было выключить, выключил. Взял телефон, на всякий случай позвонить в Москву. Вот, связи нет абсолютно. Но у меня был один оператор тогда, уж не помню кто, по-моему, МТС. На машине. Продолжаю движение. Когда температура опустилась до минус 41 градуса, температура двигателя до 50, я остановился, взял целлофан, вышел из автомобиля, чтобы закрыть радиаторную решетку. Ну, на это ушло минуту две, наверное. Что я ощутил на улице, передать словами невозможно. Сильнейший ветер. Моментально, в течение нескольких секунд, он уже насквозь проморозил меня. Танки грязи не боятся. Вот, ну, успел закрыть радиаторную решетку. Человек без юмора. Единственное, что я заметил в тот момент, кругом чернота. Черный снег, черное небо. Ни горизонта, ничего не видно. Как будто в космосе такое вот ощущение. Хотя я в космосе не был, но представляю. Обратил внимание, какие были огромные звезды. Таких я нигде больше не видел. И ветер, ледяной ветер, что перехватывал дыхание, дышать было невозможно. В общем, сказочное и время, и место мне показалось с этими снежными фигурками. Ну вот, как-то так. Прыгнул в автомобиль, закрыл дверь. Сижу и вот очень нехорошие мысли такие. Повторю, что все, что можно было выключить в целях экономии бензина, я выключил и снова тронулся. В ближнем свете фар или даже на габаритках ехал, не помню, видно была дорога, и как поземка метет по дороге слева направо, ну, со стороны Байкалова, такими извилистыми лисьими хвостами. Они почему-то казались рыжими. Ну, наверное, от света фар. И с правой стороны от дороги вот эти кусты, кустарник такой небольшой, был занесен снегом и здорово напоминал фигурки сказочных животных. То медведя, то зайца, то еще какого-нибудь животного. Ну, воображение подсказывало. Продолжаю движение. Бензина все меньше и меньше. Уже горит постоянно аварийный остаток топлива. Ну, осталось километров, наверное, на 50, может, чуть больше. Уже начинают появляться нехорошие мысли. Кончится бензин. А что? Карандаша не было, чтобы написать записку. Вдруг, если что случится. Шариковые ручки все замерзали. Укатывает. Дальше. Потому что за все это время, пока вот я ехал от Улан-Удэ, меня никто не обгонял.
Я никого не обогнал, и не было встречных автомобилей. Да, на таком основании. Уже начинают мысли, что делать дальше. Думаю, вот надо взять бумагу, да написать записку на всякий случай. Кончится бензин, что дальше? Ну, сожгу, например, если удастся сжечь вот эти сиденья, там что-то еще горючее. Вот, но маловероятно, что кто-нибудь будет проезжать мимо и окажет помощь, если вдруг остановлюсь и автомобиль заглохнет без бензина. Двигаюсь, вдруг развилка, прямо, ну это значит дальше вдоль Байкала ехать и правый поворот. Я, навигатор прокладывает правый поворот, я поворачиваю и, проехав, наверное, 200 или 300 метров, своим глазам не поверил. Стоит железнодорожная цистерна, рядом будка, ну, заправочная станция такого местного значения. Это было как в сказке. Я подъезжаю, спрашиваю, там девушка сидит, бензин есть? Есть. Ну, это передать ту радость, которую я испытал в тот момент, это, ну, невозможно. Заливал бензин, ну, сколько там на это ушло времени, может быть, минут 5, но не больше. И пока держал заправочный пистолет в руке, я не почувствовал сначала, но потом уже глянул, подушечки пальцев были белые, отмороженные. Уже потом, вернувшись в Москву, у меня сошла кожа, там до мяса было больно очень. Залил полный бак бензина на этой заправке. В этот момент подъезжает абориген. Ну вот, я помню его взгляд, я не забуду никогда. Он смотрел на меня широко раскрытыми глазами. Такое удивление читалось в глазах, типа, откуда ты взялся? А регистрация, это номера московские. Это он смотрел и, наверное, не мог найти ответа, откуда я мог там взяться. Ну ладно, заправился, поехал. Ну уже весело, в салоне включил печку, тепло. Проехал какое-то расстояние, километров, может быть, 30-40. Чувствую запах дыма в салоне. Но запах не тряпки, не ткани какой-то, не химический запах, а запах дыма от деревьев, от поленьев деревянных. Ну, решил все-таки остановиться. Остановился, проверил автомобиль. Нигде ничего не дымит, не коптит. Вот. И в этот момент замечаю, как из-под деревьев, рядом стоящих, огромные такие толстые деревья, ну как толстые, сантиметров, наверное, 20-30 в диаметре, вот, дымок вьется. Ну, я понял, что это горит торф, подземный пожар. То есть пожар, который не затухает годами. Сделал несколько снимков. Уже начало светать уже, восход красный. Вот, вернувшись домой уже, просматривая эти снимки, они вызвали у меня вопросы. Потому что из 9 снимков, на 7 снимках были какие-то непонятные точки. Ну, мне показалось, что это иней или еще что-то. Вот, а 2 снимка, ну, абсолютно чистые. Ну, в смысле, никакой помехи, ни грязи, ничего на пленке не было. Ну, это отдельная история, я, если кому интересно, потом расскажу. Приехал в Читу без проблем. Передал автомобиль. После этого я многократно проезжал через Улан-Удэ и пытался у местных жителей, у аборигенов спросить,
про эту дорогу, где она проходит, куда она проходит. И никто никогда мне не мог объяснить. Просто говорили, что другой дороги больше нет. И только один раз один местный житель, ну такой в годах, мужичок, старичок, говорит, есть еще одна дорога, но говорит, по ней никто не ездит. Вот, она проходит там через опасную зону, там болотистая местность, подземные пожары. Вот это меня сразу, я вспомнил этот дым из-под деревьев. Вот он рассказывает, что в этом месте, ну это стойбище, не стойбище, а зона, где проживали гунны. Вот, это их святое место, там у них захоронение, и там никто не ездит. Потому что были попытки еще во времена Советского Союза затушить подземные пожары эти, но техника проваливалась в этот в огненный ад, и от этой идеи отказались. Ну а поскольку я ехал зимой, температура была очень низкая, вот эта ледяная корка, ледяной покров, по всей вероятности, ну вот он сыграл решающую роль. Вот такая вот история произошла. С тех пор я взял за правило в дальних поездках с федеральной трассы не сходить. Ребята, какая разница? Вот это была одна из таких причин. И что еще интересно было, уже находясь дома в Москве, вдруг слышу, как по телевизору передают, что один иностранец на велосипеде собирается пересечь Байкал. Ну, не зная реальности, я посмотрел, услышал, подумал, натурально придурок, не зная, вот, что такое низкие температуры. Ну ладно, через несколько дней снова репортаж об этом велосипедисте. Показывает, что он лежит в больнице, перевязанные руки, ноги. Корреспондент у него берет интервью. Оказывается, он еще до Байкала не доехал из Иркутска. Обморозил руки, ноги. Его подобрали дальнобойщики. Ну и довезли до больницы в Листвянке. Корреспондент спрашивает, ну вот поправишься, будешь завершать маршрут? Закончишь маршрут свой? На лице этого иностранца такой был ужас, такое выражение. Но, нет, нет. То есть человек на себе испытал, что такое мороз, что такое низкие температуры, и что с этим шутки очень плохи. Вот такая вот поучительная история со мной случилась. Ну вот решил рассказать вам об этом, что зимой нужно быть крайне предусмотрительным. И вот двигаясь по трассе Колыма, я ехал в летнее время, когда температура днем была там плюсовая, что-то плюс 6, плюс 8. Ночью она опускалась до минус 10, снега на дороге не было. Вот. Ну, ладно, ближе к этой трассе, наверное, порассуждаю еще. Может быть, что-нибудь интересное вспомню. Ну, а сейчас смотрим видео. Впереди скоро будет чита.
себе скалу, грызясь. Зато дорога будет ровненькая, без подъемов. Все бы были такие. Ох, нифига себе. Помню, проезжал по трассе Амур, когда шло строительство. Примерно вот такие вот там были глубины. Тоже было время, ой-ой-ой. А сейчас летишь по трассе.
километра, верните направо. Нифига себе. Когда же я приеду?
относится к этому.